Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы начинаем игру Космические рейнджеры. Давайте начать. Смотрим, что нам предоставит данная игра. Так, какой-то EMX. Еще логотип один. Студио K-Worlds. Ну, это не закончивший Рибок. Далее, кто? Marvel. Marvel представляет. Так. Ну, и что же нам представит Marvel? Давай. Предупреждение. Некоторые люди могут испытывать судороги под воздействием определенных визуальных стимулов. Ну, это мы... курсе. Так, эта игра использует функцию автоматического сохранения. Так, хорошо. Ну и начнем. Где начать? Так, продолжив, вы подтверждаете, что прошли и приняли наше пользовательское соглашение. Конечно. Так, продолжив, вы подтверждаете, что прочитали и поняли наше уведомление. Конечно. Так. Хорошо. Повторим попытку позже. Настройка. Так, давайте посмотрим. Так, настройка игры. Экран. Нормально. Звук. Прекрасно. Языки. Так, субтитры. Показаны. Расширенные. Все хорошо. Ну что, можно начинать. Тут еще главы есть. Кстати, посмотрите, какой енот с бородкой прикольный. Так, мы справимся. Расслабься и наслаждайся историей. Стражи Галактики, ваши враги будут трепетать от страха при виде вашей мощи. Вы готовы покорить галактику. Возможно, пару раз вам придется упасть, но вы всегда найдете силы подняться. Это рекомендуемый уровень сложности. Мы не справимся. Никто не обещал, что жизнь супергероев будет легкой. Каждый бой станет для вас... настоящим испытанием, и лишь самые упорные и стражи сумеют уцелеть. Сделаем по-своему. Вы творец собственной галактики и хотите вручную настроить свой игровой процесс. А это как? Нет, давайте вот. О, какой-то свой тоже настройка сложности. Так, ну среди, замедление в режиме стражей. Наносимый урон средний. Скорость остановления способности стражи. Ну, тут все автоматически. Автоматический успех летучек. Так, расход боеприпасов стихийными выстрелами. Ну, вроде все нормально, все как и должно быть. Тут можно самому настроить, значит, урон. Чтоб с одного удара валил быка. Ничего. Справимся. Одолеем. Супостата космического. Так. Блин, ну так-то да, вот от всех этих квестов стрелялку какую-нибудь, бродилку. Очень даже режим трансляции включен. Это мое похищение будет. Птицы чирикают. Ага, это скрытые субтитры, наверное. Ничего, ладно. Субтитры сейчас перенастроим. Только после мультика. Играет приглушенная рок-музыка. На канал у него в ушах. Это кто такие? Что за панки такие? Так, это я так и не знаю. Рок-музыку. Ну, давайте. Подождите. Сложность настройки. Языки. Так. Скрытые субтитры. Ладно, отложим. Так. А. Как их? Так, жирный шрифт. Так. Прозрачность фона. Вот так сойдет, да? Вот так.
Как вам нравится? Так, инверсия фона, включить жирный. Отображение имени персонажа. Ну все. Продолжим. Смотрим на музыку. Вау. А, все, игра началась. Повернуть. Давай повернем. Вот кто их знает? Я не знаю, что это за группа, честно скажу. Что это за heavy metal? А во! Star Lord. Звездный лорд. Вот, видимо, оттуда я и взял. Оттуда я и взял все это дело. Так. Давайте посмотрим. Журнальчик полистаем. Что тут? Тоже. Звездный лорд. Вроде ничего такого нету. Все к одному сводится. Ой-ой-ой. Кто там? Эй, именинник. Тебе не дозваться. Новая запись? Подождите. Настройка, где у меня тут экран, изображение мыши, клавиатура. Так, чувствительность. Чувствительность. Назад. До 50. Продолжаем. У него нет имени. Он из звездных наездников. И он не страшила. Он крут. У него, небось, забот полон рот. Да, конечно. Давай, обнимашки. Или что? А, ты слушать хочешь? Мне, чтоб сына обнять. Вообще отпад. Не говорят уже отпад, мам. Мам! Что? Никто уже не говорит отпад. О, что ж, мама говорит. Может, купим билеты и махнем на их концерт? Правда? Угу. Ты просто не в курсе, но я была та еще рокерша. Да, я мы не в курсе. Мы с твоим папой лежали на капоте «Шевроле», слушали «Блэк Саббат» и... Ты слушала «Блэк Саббат»? Не ожидал? Мама, у тебя не лапоть. Ох, мы смотрели на звезды, и он рассказывал про места, где бывал. И что ты, повелась? Да. Идем есть торт. На его да. Сладкие уговоры. Уже встаю. Сказал он полчаса назад. Давай скорее, или я этот торт сама съем. Ты же лопнешь. Я съем. Ты лопнешь. Я съем его. Эй, прическу испортишь. Прическу. Ну что ж, что ты там? Просил уже не разбрасывай свои игрушки. Это не игрушка, это персонаж. Больше смахивает на мину. В пятку пырну тебя. Да он вообще не... А, забудь. 13 лет. Чуя. Ну и ну. Как время летит. Я сейчас приду, обещаю. Я жду. Так. Звездные войны, да? Ну давай, встать с постели. Начинаем. Хоть посмотрю на себя, господи, какое... Что это такое? Ух, скорее бы в нее поиграть. Надо уболтать Энди купить ее, когда ему заплатят за подработку. Хорошо. Это что? В будущем это станет раритетом. Возможно, возможно. Мне тут поди ничего не надо. Не-не-не-не-не. Надо побить рекорд Джейни. Ну стыд добавить. А, это приставка. Приставка какая-то, Nintendo какой-то. Ладно. Тут немного осталось. В тот раз выкинул 3 единицы подряд. Так себе из меня, Барт. Обалдеть, сколько проблем может быть из-за одной единственной ошибки. А кто это такой, я понятия не имею даже. Как понимаете, до хрена чего можно сделать. Не верится, что я там был. Iron Maiden зажгли по полной. Это на пульсник. Ну и хрен на тебя.
Звездные войны, вот да, бы на Трон. Таком светоцикле прокатиться. Трон, это, кстати, фильм-то старый. Ну-ка. Он в отражении. Фильм старый, но его же пересняли еще. Проще отлепить наклейки и пристроить куда нужно. Ну и все. Столько страниц сразу держал, аж пальцы до сих пор сводят. Это не по правилам, но меня достало умирать. Так, это вот что за плакат? Фильм неплох, но музыка просто крышу срывает. Не надо. Надо было сразу выходить. Не надо было шарыбить. Ну, режим трансляции включен. Что это за режим трансляции? Вот, подождите. Питер Квилл. Вот ничего себе. Питер Квилл, вставай, вставай. А, я спал. О, мять, Дракс. Не делай так больше, а то... стрёмно. Подлетаем к карантинной зоне. Стою. И сколько я проспал? 15 338 тактов. Ого, какая точность. Изменница готовится к заданию, желает видеть тебя в кабине. Гамора за нас, Дракс. Она отпрыск моего врага, убийца и предатель. Ей нет веры. А должна быть. Мы все-таки команда. Обещать не могу. Так, куртку одень. Я смогу тут переодеваться, нет хоть? Ну? Старлорд. Пистолеты. Красавчик. Что еще берем? Да хорош красоваться. Что-то как принц из Шрека. Будь мужиком. Так. Ну куда ты пошел? Нет, это не просто свалка. Карантинная зона. Самая большая куча обломков времен Галактической войны. Там столько всякой техники. Так. Эй, это только если нас возьмут с поличным. Этого не будет. А куда мне надо? Грут прав. С корпусом Нова нужно быть осторожнее. Я есть Грут. Ой, да бросьте. Я это что такое? Я один не боюсь галактических полицаев. Их намного больше. Ракета. А мозгов сколько? Меньше. Сколько они стоят? Когда я сказал, что мне нужны похожие золотые костюмы, я имел в виду цвет, а не материал. Нам нужно только создать иллюзию богатства, а не вывешивать его на показ. Так мы только навлечем на себя неприятности. Вот мое предложение. Мы как-нибудь соберемся и испытаем эти костюмчики в бою. Если на них не будет дырок, то сойдемся на, скажем, 6% от того, что ты просишь. Это мое последнее слово. Выглядят они, надо сказать, отпадно. Ага. Все. А, такие сообщения, да, надо... Лишь гений поймает мой надо корабль. Собирать их или что? Мой корабль. Кто это? Квилл? Вот место для ракеты, я прям вижу, я что... Я слышал. Место хомяка. А, ладно. Это чье? Ракета. Почему провода разбросаны по всему полу? Я потом уберу. Когда потом? А, вот и Грут. А, вот и Квилл. Скажи Груту, что его никто не арестует. Я есть Грут. Я не слишком самоуверен. Я просто уверен в себе. Так. Припугнуть его. Подбодрить друга. Арестует? За что? Ну мы что же ж. Просто случайно попали в карантинную зону. Упс, навигатор глюканул. Упс. Как так можно друга своего предать? Как можно случайно миновать силовое поле? Да мало ли. Ну? Или что тут? Все? Вот так просто стоять и смотреть? Ладно, давайте посмотрим, что здесь есть. Можно, конечно, туда пройти, что, но я сначала... Уже предвкушаешь встречу с покупателем? Доступ к данным. Конечно.
Она легендарная воительница и мудрая королева. И при деньгах. Это не достоинство, лишь коммерческий факт. А, это музыка, королева, я музыку включил себе. Лишь бы купила монстра. Предыдущая композиция, так, выйти. Еще чего. Королевы всю жизнь. Авторские права не нарушать. Что, типа как у тебя? Так. Зайдем сюда, здесь что? Душевая. Эти очищающие пластинки меня смущают. Ручная чистка лучше. Конечно. Кому можно доверять, ковыряться у тебя во рту-то? А на Килне разрешали украшать камеры? Ничего себе. Вряд ли. Че это, череп? Ну, забрал. Ладно, молодец. Что теперь? Гири. Я даже знаю теперь, чья-то камера. Да, неплохо. Она тут за пару месяцев обжилась. Так. Ну, вот, в общем, такой корабль. Кстати, вот и оружие у нее висит. И, как понимаю, вот это мои... А, нет. Питер Квилл, когда я могу получить свою бляху члена команды? Дракс, говорю же... Так. Как это круто, ракета! Это топотуны, они издают такой звук. Если мы преодолеем силовое поле и доберемся до места, останется их лишь расставить. Эти крошки выманят нашего монстра. Здорово. Расспросить про топуны. Ну и как это работает? Топотун такой бип-бип-бип-бип-бип, и монстр прибегает? Ну, скорее он такой. И тогда монстр прибегает как миленький. Так мне кажется, так все прибегут. Но если только твой источник не наврал. Источник очень надежный. Эти координаты приведут нас к одному редкому, скрытному, бесценному созданию. Которое вообще неизвестно, как выглядит. Ну так я и говорю, скрытное. Какая разница, как оно выглядит? Главное, чтобы у него были уши, и тогда топотуны загонят его прямо нам в лапы. Ну, давай. Понятно, знаешь, эй, это Грот, как... а что с работой по экскортированию на Урге? Поэтому он будет как загоняльщик. Подождите, что-то здесь такое есть. Ты не стал ей перезванивать. Ты не заметил, что мы без денег? Я так... Стоп. Какого рода эскорт там подразумевался? Так, я понимаю, тут это... Да. Много всяких функций. Дракс, насчет Гаморы. Позже, Питер Квилл. Я готовлю тело к битве. А ты помнишь, что монстра нам надо поймать, не убить? Да, но полагаю, он не сдастся без боя. Остынь, крепыш. Хеллбендер порченный товар не нужен. Я постараюсь нанести минимум повреждений. Класс! Понятненько. Сомневаюсь, в общем. Почему? Эй, слушай, есть минутка. Хочу поговорить о Гаморе. Она ожидает тебя. Я знаю. В смысле, вас можно оставить? Вы будете здесь вдвоем. Будь спокоен. Я предупрежу любой акт вероломства. Или ты можешь доверять ей. Ты наивен, Питер Квилл. Она мастер плутовства. Вот так. Ну ладно. Давайте я посмотрю, что тут еще есть. Перед тем, как загоню себя куда-то в сюжетную линию. Давай, вот. Да, Груту явно не помешало бы навести тут это порядок. Что такое? Да, это для контрабанды. Только б мне тут прятаться не пришлось. Закрываем. Так, значит, это мне когда-то может пригодиться. Ну, Грут, расскажи. Ты в норме, дружище? Я есть Грут. Так, что он сказал? Ты же знаешь, я не понимаю, что ты говоришь, но будем считать, что это что-то супер дружелюбное. Я есть Грут. Что говорит древо? Без понятия. Так. Что за красная комната? Ой, Милана. Детали с пяти разных черных рынков. Так. Что-то собранное, да? Что-то мы собрали.
Какой-то летательный аппарат. Храни тебя, Морган. Да, нормально. Сам ты, Морган. Гамора. Я здесь, Питер. Вот. Эй, вышли на сюжет. Это мое кресло. О, оно пустовало. Я же строил планы. Нам ведь еще нужно как-то поймать этого монстра. Ну-ну. Что я пропустил? Драк скоро просверлит меня взглядом насквозь. И если ты закончил строить планы, садись, мы готовы, ждем тебя. Классно. А как она патрулирует, эта штука на спине, зная, с какой стороны ей надо повернуться? Ну что ж. Ха! Ты только посмотри! Я весь ротоклей извел, но зафиксировал защиту. Давайте. Ну что, полетели! До этого было тихо, потому так что у меня были гости. Гости ушли. Вообще-то можно до следующего начинать. Окна еще несколько тактов. Что за режим трансляции? Подождите, что за режим трансляции? Мне вот интересно. Так. Так, мыши, клавиатура, экран. Так, есть такая вертикальная синхронизация? Изображение. Шаблон графики. Почему низко? Ну ладно, предположим. Хрен с ним. Я не настраивал это. Отражение в экранном пространстве. Размытие. Подождите. А где у меня? Так. Специальные возможности. Отключить, снятие захвата цели. Так, задержка. Джойстик включить между захватами цели. Так, ну вроде тут. Ну и даже не знаю, что там. Охранная такое. Сеть режим сбрасывается трансляции. На каждом обороте. Нужно успеть, пока действует код, иначе там и останемся. И если дождаться сброса, у нас будет больше времени. Класс. Почему сеть еще активна? Мы же вроде заходим. Планета похоже, такая. Сообщники изменятся такие же ненадежные, как и она сама. А только не говорите мне, что коды уже не действуют. На них столько бабла ушло. Да расслабься. До следующего окна еще несколько тактов. Сеть как раз сбросилась. Можешь вводить код, Питер. 0451. И все? Четыре цифры? Подозрительно. Добро для пожаловать. Для Корпуса эти меры слишком ненадежны. Ноль. Все не так 4, просто. Код действительно 5, только в эту дату 1. Для этого корабля. А, я понял. Эти есть. Блин, ну хорошо, что я послушал. Вот так вот, блин. Не послушал бы и все. Хрен бы туда попал бы. Гарантийная зона. И прошли. Невероятно. Даже не думал, что тут осталось столько всего после войны. В армии Читаури умеренность была не в почете, особенно при Таносе. Я думаю, опасаться нечего. У Нова было 12 лет, чтобы убрать все неразорвавшиеся снаряды. Этим ты мне и нравишься, Квилл. Сама наивность. О, сколько всего прекрасного и ужасного можно натворить с такой техникой. Не отвлекайся, Грызун. Мы здесь не за трофеями. А почему нет? Оружейным системам Милана нужен апгрейд. Плюс это можно продать. Зверь, которого мы ищем, куда более ценная добыча, нежели любые незаконно добытые агрегаты. Да. Еще в управлении надо будет разбираться там. Здесь нельзя расслабляться. Монстра не вижу, но тот большой цилиндр, видно, и есть буровой корабль, про который говорила подруга Питера. Так это биологическая масса. На одну ночь. А монстр сам явится, как только мы установим эти выманивающие штуковины. Атош, Грут, Квилл, собирайтесь. Отряд ракеты пойдет первым. Хорошо. Отряд ракеты. Я так и не понял, зачем остаюсь на борту с убийцей. Потому что ты из отряда зеленых. Ты разбил нас на команды, не сказав названий, и я не зеленый.
Бирюзовый. Ты... что? Слушай, чтобы заманить монстра в буровую установку, нужно расставить топотуны с двух сторон. Нужно два отряда. А до установки 2 километра. Корабль там не посадишь, придется прыгать. Ну вот и разобрались. Начинаем! Идем, Грут! Подождите, а мне не надо никакой реплики? Не волнуйся! Расставим топотуны, встретимся в центре и загоним монстра! Вместе! Будь по-твоему. Топотуны. Ладно. Первый установлен. Ни хрена себе, вот и все, ну пойдем. Второй устанавливать. Гамора, позаботься о нем. Это корабль, Питер, а не ребенок. И слава богу. Я что-то взял, подождите. Стандартные компоненты. Разовая штука? На нас мала. Чтобы все это добро не разлетелось по округе. Подождите, тут я не понимаю, тут что-то собирать Эй, можно? Звездный борт! Не туда! Вам точно не нужна помощь? Я есть Грут. Что-то такое? Я есть Грут. Не, не отравишься. А теперь давай переключим внимание с токсичной смолы на то добро, что в ней увязло. Так, так, ящик снабжения корпуса нового. Ящик снабжения класса М поддержит достаточно пищи и припасов для поддержания ввоза. Что? Нет. Так, это что? Хрупкий материал, инопланетный паразит, внутреннее строение хрупкое. Ага, ну-ка подожди-ка. Я есть Грут. Да хватит, никто нас не поймает. Да уж. А я не понял, как стрелять? Это находиться здесь. Я есть Грут. Нет, я стреляю лучше. Тихо. Не понимаю, что произошло, конечно. Питер Крилл. Убийца проявляет вопиющее вольнодумство. Я четко придерживаюсь плана. И она мне перечит. Мы с тобой это обсуждали, Дракс. Будь так, а что мне открыть это как-то надо? Давай, Квилл! Остановить еще 3 топотуна! Нам сюда! У тебя там карта, что ли, есть? Карта, шмарта! Как будто я на свалках не был. Подождите, я что-то же взял. Когда-то корпус снова хотел так покрыть сетью целые планеты. Как здесь. Озер. Просто по-моему. Берегись! Осторожно! Крайне опасно! Да-да, ясно. Это я не специально. Пиу-пиу-пиу-пиу. Ну давай, давай. Ты сказал пиу-пиу? Пиу-пиу, да. Посмотри, это он на съемках фильма так говорил. Здесь очень мрачно. Где мне уж тут шутить? Так, это что-то я взял. Да подожди ты, бери. Что такое я беру? Собирайте компоненты, чтобы получать преимущества. Как сбагрим монстра, предлагаю сгореть на забвение. Там картишка. А как мне эти преимущества потом? Так, справочник галактики, фракции. Так, галактическая война. Это что? Сопротивление. Так, Читаури. Это злобная, умеющая менять свое обличие раса. Дневник. Так. Стражи. Смертельный удар. А вот здесь прокачивать, наверное, надо. Так. Ну-ка. Ну вот он. А как тебя прокачивать? Глушение, урон, восстановление. Костюмы. Не надо тебе такой костюм пока. Ты? Да ты даже не знаешь, что такое блеф. И Дракс тоже. Ну? Так что его доля, считай, моя. Я есть Грут. Гамора? Вышли? А, вот с ней надо быть поосторожнее. Тот большой цилиндр. Это наша цель? Да, чья-то морда. Установка. Так странно видеть все это в одной куче. Осколки войны галактических масштабов, скрепленные... Чем? Розовой хренью. Эбриевый, на нас малой. Да неважно. Я к тому, что впечатляет. Надо смолой. Я тоже думал, что за хрень? Я думал, какая-то биологическая субстанция. Знаете, а я про... Подождите. Тысячи миров бьются во имя эфемерного общего блага. Вот это так что поэтично такое?
Я есть Крут. Тряхнись. Да, война шла жуткая. Но ведь были и веселые моменты. Так. Я есть Крут? Да, когда что-то смачно взрывало. Так, я что-то... Странно. Здесь нет ни одного мертвеца. Может, дезинтегрировались, когда корабль рванул? Или их поглотила наносмола, поэтому ее тут столько. Или замкнутая атмосфера ускоряет разложение. Что-то есть, подождите. От них осталась только пыль. По завершении миссии мне потребуется тщательно отмыться. Так. Я что-то собираю. Доступно улучшение. Хорошо, а как мне? Какое улучшение? К или какую? G. И H. Твою ж мать. Существа, фракции, предметы. Так, это я что? Это меч Гаморы. Так, упряжь Грута. Мой плеер. Ну это нож. Это уж понятно. Подождите. Так. Улучшение. Гравий-граната. Судорожная граната. Что за судорожная граната? Так. Ракета подбрасывает гранату, которая при столкновении выпускает несколько дротиков, что ошеломляет противников на небольшой срок. В этом состоянии пораженные враги также более уязвимы к оглушению. Очки способностей. Так, нету. Хорошо. А у кого они есть? А что тогда улучшать? Персонажи, предметы. Архивы. Так, подождите, что-то надо улучшить, а как улучшить? Вы только представьте, из каких бластеров Читаури долбили по этим фрегатам. Я есть Крут. Почему без стака? Ну-ка, давайте почитаем. Любопытно и даже завидно. Центурион Заримус Вольт. Инцидент с наносмолой. Руку Центуриона Кердара все еще не удалось вытащить из наносмолы. Свидетельство о причине этого инцидента весьма противоречивы. Кердар утверждает, что наносмола брызнула на него и захватила руку по самый локоть. Однако его сослуживцы сообщают, что он сам погрузил руку в субстанцию ради спора, нарушив все протоколы безопасности, что в итоге стоило ему конечности. Едкие компоненты в составе смолы способны растапливать даже укрепленные металлические сплавы. Так что нет ничего удивительного в том, что мягкие ткани его руки оказались растворены за считанные микроциклы. Моя рекомендация – провести повторный курс по технике безопасности в карантинной зоне и вывести серьезные предупреждения о недопустимости розыгрыша и пари во время выполнения заданий корпуса НОВА. По моему мнению, дополнительно наказывать Центуриона Кердара не требуется. Искусственная рука будет служить ему постоянным напоминанием о безрассудстве, каким бы... не была реальная причина произошедшего. Ну вот так вот. Вот узнали небольшую историю, блин. Ладно. Стоп. Сканируем, и что это? Топливный шланг, стандартное галактическое топливо. Почти. Так, получать горючее. Летать тут гораздо опаснее. Вот так. А зачем он так обозначил? Он что, какой-то важный? Ладно. Вон там вот на руке может быть что-нибудь еще. Нет? Ничего нету. Ладно, выходим. Блин, чего прокачивать-то? Ну-ка.
Ну-ка. Это, видимо, не здесь. Рассуди нас, грызун. Из чего состоит эта розовая субстанция? Ты про пену из эбриевой наносмолы? У вещества слишком длинное название. Еще? О, гляньте, желто-синий. Старый фрегат Нова. Круто. Что круто? Тут же погибли люди. Начинается. Так, владыка огня корпуса Нова. Я есть Крут. Я могу назвать с десяток планет, где есть монстры, но мы здесь. Может, хочет впечатлить Гамору? Типа, зацени эту крутую наводку, непонятно от кого. О, продолжай. Я так и млею. Держи себя в руках, мамаша-убиваша. Так. Блин, ввязаться в разговор не дали. А я бы, ох, порассказал бы. Как выглядит монстр? Квилл забыл осведомиться, поскольку увлекся флиртом на контраксии. Выглядит как дорогостоящий монстр. И я не флиртовал, я выпивал. Что тут есть? Корпус нового. Вот, что-то можно взять. Нет. Сколько этих кораблей ты лично погубила, убийца? Сколько? Во всей этой свалке, заваленной судами обеих сторон, какого ответа ты ждешь? Лживого. Лживого. Ну, давайте. Прыжок. Что мне это дает, я не знаю, пока честно скажу. Ну, может, какие-то штуки. Вот видите, собираю потом. Стандартный комплект. Доступное улучшение. Только где улучшение-то, я не знаю. Может, на корабле где-то улучшаться надо. Посмотрим. Так. Вот персонажи. Существа. Предметы. Вот предметы что, улучшать надо? Так. Ну это читать. Это что-то за пистолет Звездного Лорда. Это мы потом как-нибудь, может, отдельную сделаем эту штуку. И, а как мне туда залезть? Смотрите в оба. Может, раздобудем что-то для корабля? Я есть. Я понимаю, что монстр важнее. Просто если увидите что-нибудь, не проходите мимо. Все? Не понял. Я что-то не так сделал. Смотрите в оба. Может, раздобудем что-то для корабля. Я есть. Так. А мне нравится. Ты потуда, я посюда. Мы вместе, втроем. Прям как в самом начале. Пока не пришли эти. Я есть. Не всех я ненавижу. Так, заспится звон. Квилла терплю. Квилл, ничего. Надеешься на повышение, что ли? Мы втроем здорово куролесили. Помнишь тогда на драконии? Мне понравилось, что мы затащили их на корабль. Они меняли внешность. Это жестко. Так. Подожди. Я как понимаю, тут надо все обследовать. Что это? Рассуди нас, грызун. Из чего состоит эта розовая субстанция? Ты про пену из эбриевой наносмолы? У вещества слишком длинное название. Так, ладно. Квилл! Видно там что-нибудь? Да видно. Хрень какая-то. Когда-то корпус снова хотел покрыть сетью целые планеты. Как здесь. Я есть Крут. Враждебные, наверное. Я есть Крут. Да, если решать будет миросознание, все мои любимые планеты превратятся в тюрьмы. Поврежденный кислородный насос. Вау. Нет.
Нет. Вау, ладно. Поехали. Причем в прямом смысле. Там тупик. Точно? А, ну вот, нам сюда. Пошли. Откуда ты знаешь? Так, просто это что такое? Ладно. Эй, Грут. Нет ли тут кусочков хрёного осколка? Так, топливные шланги. Хрёный осколок. Ну ни хрена себе. Из чистого зла, распрощающий всех, кого коснёшь. Что-то завести можно, вот эту... Выдумываю? Не знаю, ракету, торпеду или чего это. Я есть Грут. Я есть Грут. Да ну тебя. Так. Спроси Гамору. А, доволен, Квилл? Вот не послушал меня? И что ты теперь видишь? Конец пути. Мифическая глупь. Черная грань смерти. Так. Я бы хотел быть там. О! Дракс, он про тупик. Какой пристыженный. Знал, так охота, блин, что-нибудь расхреначить. Так, назад зайдем, посмотрим. Что мы... О, посмотрите. Не зря зашли. Ой, да хватит. Давайте посмотрим. Никто нас не поймает. Мич Рофеслер. Я пишу... Больше трех кораблей. Я пишу эти строки для того, чтобы отвага и стойкость моего народа остались в памяти других раз, даже многих веков спустя. Нам, наконец, удалось невероятное. После многих поколений войны мы, наконец, сумели забыть о своих противоречиях и объединились для достижения нашей цели. Я записываю это сообщение на первом Балибилдарианском космическом корабле на Звероборе. Наши ожидания оправдались. В космосе есть жизнь. Бесчисленные обитаемые миры, некоторые из которых куда более развитые, а другие изнывают под гнетом проблем, как некогда и мы. Мы повстречались с дружественной организацией, называющей себя Корпус Нова. К нашему ужасу оказалось, что вся галактика в данный момент находится в состоянии войны. И Билдар лежит прямо на пути агрессоров жестокой расы, известной как Читаури. Мы попросили помощи у наших новых союзников, но их спасительные силы оказались втянуты в бой с еще более крупным флотом Читаури. Поэтому мы решили сжечь наше последнее топливо, чтобы успеть добраться до Читаури раньше. Увы, мы не оборудовали зверобор орудиями, которыми он быстр и крепок. Мы протараним их флагман и сможем спасти своих новых друзей. Знаете, на короткий... Но славный миг Билдер познал мир. Мы сумели исполнить то, о чем мечтали. Надеюсь, наша жертва не будет напрасной. Вот такие вот. Не успели, конечно, да, побывать. Но эти космокопы уже не те, что... Не успели, да, не побывать-то. Сдалось им это древнее кладбище кораблей. Так. Это что, топливные шланги может, опять? Хватит? Слушай, ну дай позлорадствовать. Я есть груз. На. В этом весь я. Так, не понимаю. Питер Квилл, убийца проявляет вопиющее вольнодумство. Я четко придерживаюсь плана. Вау! Я цел! Я цел! А ты, небось, испугался? Нет. Во, смотрите, что ты нашел. Ты переживал. Как мило. Вот видите. Заткнитесь, оба. Хоп, перепрыгнул. А вы покуда? Вы посюда спустились, да? Безнаказанно, безболезненно. И без происшествий, конечно же. И что-то пропустили. Так, улучшенные компоненты. А, доступное улучшение, смотрите, все-таки какая-то техника может быть улучшена. Да. Осторожно, Квилл! Так. Порядок, порядок. На. Получай, ты дрянь. Смог. Вот так. Ненавижу корабельных паразитов. Дай им два цикла, и они прогрызут Милану насквозь. Блин. Ладно. Залезем. Только подождите.
На предметах вроде, да, можно. Блин. Выбрать. Ладно, пока. Может, где-то на корабле их прокачивать надо. Бомба-крушилка. Очки способности 0. Что-то меня где-то фракции, места. Да нет. Вроде не места, персонажи, существа, архивы, предметы. Наверное, где-то надо в этом улучшать. Все-таки в корабле. Давайте. Так. Ладно. Потом разберемся, пока идем. Какие бой. Жирные! Вау! Красиво! Эй, спорим на 50 юнитов, я подстрелю больше гнезд, чем ты! Шутник! Эй, что за... Это ты сделал? Счетчик, нравится? Я добавил его в твой визор, пока ты спал. Ты хакаешь мои вещи? Учитывая, сколько раз я его ремонтировал, это уже практически моя вещь. Ну, тоже правильно. Я вижу отличное место для установки топотуна. Вон там, спереди, где раньше была кабина, а теперь огромная дыра. Так? Да, гнетущая. Ох ты. Еще одна новость. Не думай об этом. Утилизация в карантинной зоне. Мы испытания пятой версии кластерной пены из наносмолы на основе эбрия на объектах в карантинной зоне наконец завершились успешно. Материал действует именно так, как и положено, пусть и немного медленно, оказавшись внутри защитной сферы, обломки, в основном принадлежащие разрушительным кораблям, начали сжиматься и уплотняться. Мягкие материалы на борту этих кораблей почти полностью растворились, а структура металлов начала ослабевать. В скором времени они станут разрушаться, а их части будут притянуты друг к другу наносмолой. Хочу вновь отметить, что если корпус снова желает выставить патрули на сферу, им следует находиться снаружи. Это крайне небезопасно. Нам также стоит обсудить вопрос о том, как утилизировать сферу после ее запечатывания. Часть особо опасных материалов в сфере останется в активной форме, поэтому я категорически против предложения сбросить сферу на поверхность звезды. Мы понятия не имеем, к чему это может привести. Я полагаю, что куда разумнее будет отправить ее к разлому у забвения, где она теоретически перестанет существовать. Теоретически. Это не значит, что перестанет. Так, мне еще надо его обыграть, да? Что тут есть? Это что? Так, повествование. Кресло с Алдоры. Ну, пойдем, ладно. Выходим. Выходим. И все равно в действиях здесь ограничен. Здорово. Да вроде шевелится. Квилл, вот же вмять. Ты там как, цел? Да. Да, просто... Просто что? Хотел срезать путь. Срез. Ню-ню. Идите без меня. Я догоню. Короче, с той стороны есть раздолбанный ракетный отсек корпуса. Встретимся там. Желто-синий ракетный отсек. Ладно. Хорошо. Так-то тут, да, много чего можно прикольного найти. Узнать. Повествование. Ползу по стрёмному старому кораблю. Не страшно. Расслабься, Квилл. Бояться тебя тут некого. Разве что нас с Грутом. Ракета, ты войну-то повидал? Так, краем глаза, да. Пока занимался другими. Что-то мы возьмем. Чем хороша война, никому нет до тебя дела. Да, помню эти времена. Так, и что такое? Что за браслет? Физический труд столь приятен. Даже не верится, что ты был фермером.
Я был воином. Давай. Найден коллекционный предмет стражи. Вы нашли переговорный браслет опустошителя. Вы сможете обсудить находку с кем-нибудь, когда вернетесь. Я говорю, видимо, там же и улучшать надо. Ты хочешь разнести тут все на части? Я стрельнул. Я понял. Это проверенный метод. Конечно. Тут больше не в что стрелять-то. Нету ничего. Чуть-чуть-то как уж можно. Надо как следует тут покопаться и нагрузить Милана техникой. Чем дольше мы здесь остаемся, тем больше рискуем. Да. Больше рискуем. Привет, малыш. Так, используйте, чтобы прицелиться, затем удерживайте, чтобы захватить цель. Давай, давай. Вил, поднимай свою скорость сзади! Эй, на. Нечестно! Ребята, вы видели? Что это такое? Был как пузырь. Чтобы провести атаку ближнего боя. Больше меня не проведешь. На. Все, один глазастик готов. Проще простого. Так. У меня какое-то тут мини-поле сражения. Оно трясется! А, это важно? Да. Спокойной ночи, глазастый! Сколько вас? Блин, эй, вали этих огурцов диких. И поддавайся этой таинственной пустоте! Так, открыть меню стражей. Ну вот ракету. И что? Цель, урон, оглушение. Но у меня еще ни одного нет. Зачем мне открывать надо было тогда? Несло полквила. Так. Он так визжал. Сражайся с достоинством, ты так вел. Или сдохни достойно. Не смешно. Не понял. Это меня же, мое же это орудие покалечило. Запомните, если поставить табуны не в том месте, толку от них не будет. Не волнуйся, Дракс все записал. И в подробностях. Конечно. Блин, вот так вот. Где-то вот здесь надо ставить, значит. Так, вот они отсюда повыскакивали. Ага. Минутку. Так вот сюда-то мне и надо, вон он. А так-то и не видно даже. Отряд ракеты. Мы установили два топотуна. Ты только летаешь. Но пока что не улетела без тебя. Хотя могу. Хотя можешь. Мы целиком полагаемся на слова твоей подружки. Она же не набрала? Честное лицо. А у кого бесчестное? Наводка железная. Вы же видите, этот буровой корабль там, где она и сказала. Осталось распихать приборы и завалить страшилу. Квилл, как никто другой, умеет впихивать приборы. Еще заваливать страшил. Ох, енот, 5 баллов тебе по 5-бальной шкале. А, я так умею даже, во как. О, понятно, все. Ну нет, первый раз я тебя поддержал. Почему? Вот сейчас ее поддержал. Все нормально. Пока на равных. Проходим, проходим. Не задерживаемся. Давай, давай. Ой. Вот почему-то... Почему-то вот... Ах ты ж мяч! Быстрей! Мяч, мяч, мяч! Ну, прямо сюда! Ай-яй-яй! Вы издеваетесь! Вот так! Немножко! Ты нас бы размазала! Ты жив, Грут?
Ни хрена себе, конечно. Целы, но туда не допрыгнуть. Да зачем прыгать? На этой стороне есть прочная балка. Пусть Грут перекинет мостик. Попроси его вежливо. Так, доступное взаимодействие крепления. Так. Удерживайте, чтобы открыть режим стражи, ну. Так, Грут, покажи, как ты умеешь. Впечатляющий фокус. Что не говори. Я есть Грут. Давай. Надолго хватает этого моста? Фу, и тут паразиты. Они повсюду. Подожди, паразиты. Ай, ненавижу этих гад. Портят такой так. Прекрасный лом. Что это такое? Че, не достреливай. Я не переживаю. Смола прочная. Я есть Грут. Ты не настолько тяжел. И вот. Бум. Прямо у тебя под носом. Так. Да, пожалуйста, пожалуйста. У вас есть догадки, как этот монстр выглядит? Я есть Грут. Сколько ног? Ну, больше четырех. Величественно. Это вообще как? Увидишь. Давай. Нам надо перебраться на ту сторону. Как? Пожалуйста. Ну, как мы уже пробовали, так, это ракета. Я есть Грут. Грут, там опора, ухватишься? Давай, давай. Я уже опору-то эту и так увидел. Если увидите сине-золотые корабли, дайте нам знать. Мы видели много таких. Он говорит про исправные. Что делать будем, если нарвемся на патруль Нова? Да, обезвижим их, чтоб не мешали. И толку? Эти шлемы подключены к единой сети. Если нас заметят, они активируют барьер, и мы останемся. Если явятся копы, сразу сдаемся, лады? Это неприемлемо. Я почему? Согласна с Драксом. У каждого из нас есть досье, и они ждут повода нас арестовать. В плане общения со шлемастами у меня есть пара тузов в рукаве. Но вот сопротивляться им нельзя. Ты будешь играть с ними в карты? Жульничать? Да. Блин, какой ты простота, господи. Собираем. Такие были махины. Собираем. Теперь просто лом. Да, мне жаль. А ты о чем? Народ Грута не смог постоять за себя. Планету спалили прямо в начале войны. Ну что, вперед. Давай. Так, ставь вон туда. Я есть Грут. Да, еще один. Опа. Нет. 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 Кусок хлама. Я есть Грут. Аккумулятор сдох. Вот что случилось. Надо и что теперь? Аккуратней с ним. Давай поищем решение. Нужен новый аккумулятор с зарядом. Но это... Это что? Раньше был корабль. Меркурий, так, я сеносный компрессор. Без заряда. Без заряда нам не надо. Без заряда нам не надо. Здоровенный генератор. Как его подключить? Никак. Он спалит наш топотун. А если подключить какой-нибудь распределительный сифон? Не надо выдумывать термин. Раздражай. Ищи дальше. Так, ищи дальше. Ладно. Это должно быть где-то здесь. Эй, Дракс. С чего ты так влюбился в эту леди Хеллбендер? Я не люблю. Так, это что такое? Это китайское. И, конечно, самым гадким вкусом. Они как дешевый кошачий корм. Вязнут в зубах. Квилл, ну завязывай! Собрали что-то. Да подожди. Что делать, чтобы иметь фамилию, как у Дракса? Это Тиани. Не имеют фамилии. А как же разрушитель? Подожди, это подожди. Это прозвище в память о тех, кто пал от моей руки, когда мною владел гнев. Да, я тоже так хочу. Типа ракета без пощады. Что это такое? Это я должен забрать, по идее. Не проси. Так. Блин, это значит, надо как-то обследовать. Я уверен, что это... Так. Гамора,
когда откроешь нам своих информаторов? А ты своих? Что? Ты всех моих знаешь? Я знаю, что один делает бабахи, не понимаю, ни хрена. Реструирует лица, и один никогда не отказывает. А я его обожаю. Я не виноват, что не запоминаю имена. Зато в лицо всех помню. Кому не реконструировать? А, разряженный, надо заряженный, подождите. Разряженный, последний. Разряженный. А где заряженные можно взять? Я есть Грут. Видимо, Центурионы снова сволокли весь лом в одно место. Я есть Грут. Да, это не входит в их обязанности. Так, ракеты, скачок. Была нехватка персонала. Мне это было весьма кстати. Генератор. Нет. Капсула 4 предназначена для десантирования боевых дронов с низкой орбиты. Вот, может, в ней что-то есть. Тут поневоле задумаешься. О чем? Для чего корпус создал эту свалку? Сгребли все в кучу и махнули рукой. Может, хотели порвать с прошлым. Начать заново. От прошлого не скрыться. Оно так следует за нами. Просмотр информации. А, подождите-ка. Может, здесь он спрятан. Вот он. Я есть Грут. Так кто-то не может быть растений. Это смотри, свалка, отличается цветом даже. Есть заряд. Заряд. На автомобильный аккумулятор. Локоидный или ксеноновый? Так, а меня точно не дернет током? Вероятность невелика. В общем, не бойся. Ну ничего себе, а, не бойся. Вполне сойдет. Сейчас посмотрим. Давай. Тут надо проверить, какую мощность он дает. Огурцы должны выйти. Прикрой меня. От чего прикрыть? Немецкие монстрилы! Приготовьтесь! Ракета! Помоги мне с этими тварями! Нет, нет! Хвост! Если не заменить проводку, так, прицелиться можно только в противника, находящегося в прямой видимости. Все понятно. Так. Покажи свои волшебные пары! На! Грут сильный защитник, который способен продержаться в драке довольно долго. Он специализируется на сдерживании больших групп врагов. Его стандартная способность — опутывание на некоторое время лишает врагов в небольшой области способности двигаться. Бок, бок! Это убийство в качестве опередить! Давай. Получай! Давай, давай, давай! Нечего их жалеть, дружок! Они первые начали! Давай! Блин, перезарядка. Пошли давай своими демками. Еще. Это как прыщ выдавливать. Это убить? Все. Это что за... Спасибо, что предупредил. Останови их, друг. Давай, давай, давай. Да сколько можно отстреливаться? Наш драгон метод лучше. Давай, давай, давай! Еще один лопнул! Это убийство в качестве аперитива! Блин! Минус так. Один! Спокойно! Когда не подходи! Грут, нам нужно время! Пока-пока, малыш! Давай! Я же не могу с вами сразу со всеми-то. Ненавижу жуков! Да то как хлопают! Бам! На! Не подпускай их ко мне! Ха-ха! Грызун испугался ничтожных жуков! Давай, давай, эти огурцы дикие! Они же дикие! Убей их! Есть! Заработало! Класс! Так. Наконец-то! В другой раз сам будешь чинить! Так. Ну-ка давай.
бомба, крошка. Мне вот грави гранату, давай. Подожди. На каждого это отдельные очки расходуются? Нет, всего очки одни. Понятно, ладно. Давай, осталось еще два. Элс. Так, Звездный Лорд. Члены команды могут взаимодействовать. Так. Бой. Множитель урона. Ага, это вот про Грута. Атака ближнего боя. Эффективно, если противник подошли к вам достаточно близко. Так, все, понял. Звездный Лорд, уклонение. Ну, это два раза в бок или два раза назад, два раза вперед там. Ну давай. Походу, это единственный выход из ракетного отсека, Грут. Давай. Мы нашли выход. Я есть Грут. Грут спрашивает, стоит ли награда того риска, которому мы подвергаемся. Нас с Грутом трудно убить. Но что, если вас всех перебьют? Если нам придется вдвоем тащить... Ребят, добудем этого монстра, увеличим гонорары. И получим нормальные задания. Каждому по кораблю. Ну, команде хватит одного. Но более просторного. Что? Нет, этот круче всех. Прокачаем его, поставим стрелковую башню. Ну, тоже неплохо. Посмотрим. Я есть Грут. Груту растение. Грут, будет тебе два растения. Я есть Грут. Так, я где-то что-то мог пропустить, кстати. Что за нелепость? Прошел поверху, и что я получил? Это корабль или робот? Это Страж Кри. Типа космический робот. А, вот морда. Это еще не самый крупный. Было штук 5 экспериментальных моделей в два раза больше. Откуда ты это знаешь? Потому что этих роботов-убийц собирали на полусвете. В соседнем ангаре кибернетики, откуда я получил большую часть своих деталей. Охренеть. Так что я там всякого насмотрелся. Я наблюдал за процессом из своей... своей... клетки. Прости, что сыплю соль на раны. Не, они почти зарубцевались. Ну давай, пройди туда. Посмотрим, может, с другого боку что-то лучше будет. Ну, что-то я не вижу разницы пока. Что там, ничего не нашел. Ну, видимо, ты ничего и не нашел бы. Ладно. Ну, допустим. Я слышу, как работает твой визор. Смотри, не жульничай, Квилл. Как ты можешь слышать? Давай. Вот смотрю на эту технику и думаю, что бы со мной стало, если бы те хвостососы с полусвета довели эксперименты до конца? Я есть Крут. Да, и вы бы сейчас топтали мои останки. Да нет, ты мне вот нужен. Ты не поверишь? Ну ты мне нужен. Самые мерзкие из ученых даже не считали меня за существо. Для них я был ходячим оружием. Очень болтливым. Хе-хе, да, это у них вышло случайно. Исправить они это не сумели. Есть. Весь комплекс был ошибкой. Надо было вернуться и разнести их, пока война не кончилась. Так, подожди. Для начала я сюда сбегаю. Что здесь есть? Ракета, зацени это! Не волнуйся, я просто даю тебе фору! Ну, конечно. А вдруг мы уже убили этого монстра и не поняли, что это он? Достойных коллекций леди Хеллбендер не так просто убить. Надеюсь, мы сначала его узнаем, а потом уже заказ... Так, еще что-то собрал. Вот уже чего-то... Чего-то еще собрал, понятия не имею, конечно, чего. Давай. И опять еще собрал. Я неплохой собиратель. Я есть Грут. Да, мы идем в ту сторону. Вон буровой корабль, мы идем прямо к нему. Да, давай. Это мог быть смертельный удар. Какой-то глаз вытащил.
Брут. Давай. Грут, надо воткнуть мост прямо в эту глазницу. Да. Да, теперь посмотреть бы на то же самое, но в бою. Ну, смотрите, вот мы этого робота видели, помните? Внушает мне ложное чувство безопасности. Где-то там точно. Далеко. Ты расслабишься, и я нанесу удар. Вот, сама осозналась. Стой. Да, считай, что я выиграл, Квилл. Да, сейчас. Давай. Ну, рискнем. Мы в голове у огромного робота. А у меня в голове детали роботов. У тебя в голове детали роботов, в голове у огромного робота. Тоже шутка юмора, блин, подтвердил. Подожди. Как поступлю так. С выигрышем. Отложу до поездки на контраксию. Хочу заказать там себе ксернянский. Давайте массаж. Еще раз прочитаем. Ты так предсказуешь. Немыслимое. Душа моя, не возвращайся на халу. Там тебя не ждет ничего доброго. Боюсь, что она скоро пойдет, подобно многим другим мирам. Крилар в огне. Большая часть компонентов оказалась разрушена. Читаури собирают большую часть наших лидеров и объявили о публичных казнях. Не бойся, нам удалось сбежать. Сейчас мы на спасательном судне Шиар и надеемся получить пристанище. Наш враг слишком занят уничтожением наших городов, чтобы преследовать нас. Мы сумеем выжить, даже если наша прекрасная Хала погибнет. Продолжай свои труды в полусвете. Умоляю, потребуй от руководителей бросить в бой все, что только у нас есть, лишь бы эти чудовища страдали. Любые машины, любое экспериментальное оружие, все, отправьте их в самое сердце Чатаури. Чатаури, Прайм, покажите им силу империи Кри. Заставьте своих потомков гордиться. Так, убираем нашу находку. Снова ура, ракете! Так, что-то упало. Как побью Квилла? Или продуешь? После победы с разгромным счетом. Да я подожди ты. Я куплю себе пару-тройку поворотных гиперплат. Бу, никто не знает, что это. Давай. Никто не знает. Я вот в эту сторону пойду. Как там ваши пари? Я жду окончания состязания. Тогда разговоры прекратятся. Мне нравится. Выключи рацию. Я тебе не подчиняюсь. Есть. А ну не хвали его! Что скажешь, Дракс? Поучаствуем в этом паре? Подумай, сколько гиперплат можно купить. Расстыкаешься? Я не желаю приобретать гиперплаты. Давай, запрыгивай. Нет, огромного робота мы забрать не можем. И поверь, мне больно это говорить. Сразу предупрежу, на отряд зеленых пари не распространяется. Ну, у вас так. Нет пушек. Мне не нужно стрелковое оружие. Я забрался куда-то. Интересно, сколько еще таких огромных роботов навалено в этой зоне? Если б я поучаствовала, я бы спустила выигрыш на вечер в Летерка. Это тот сезонский ресторан на Веге? Меня тошнит от корня Яра. Еще что-то здесь есть? Доложите обстановку. Докладываю, победа будет за мной. Я да нифига. Как обстоят дела с топотунами. У нас их осталось 3. Неверно. Я установил еще один. Ну а ты, Дракс, что бы ты сделал, если бы сумел побить мой счет? Бессмысленный вопрос. Грызун запретил мне участвовать. Вот-вот. Одного соперника достаточно. Квилл и его 2 пулялки. Пулялки. Я тебе дам пулялку. У самого-то она. Мама, не горюй там. Думаешь, спроста тебя ракетой называют, что ли? Кто там?
корабли разносит своими пулялками. Да блин. А интересно, жизнь не восстанавливается вот так вот? Давно я так не веселился. Вроде бы нет. Крил, жахни по гнезду, если тебе весело. Вот и ответ. Так. Вау. А можно же туда, да, еще попасть? Ну давайте попробуем. И... Блин. Ладно. Ого! Ничего ты не умеешь. Почему? Хорошо. Я отвечу тебе. А я не спрашивал. Я бы снарядил экспедицию на Маклу 4. Вот опять. Я одолел бы легендарного Фин-Фан-Фума, да? Так, ладно. И это я предсказываю. Попал. А что здесь у нас? Представь, идет на тебя такая махина. Корабли в сравнении с ним букашки. И он мог прихлопнуть их как гнус? Квилл, я слышу сканер. А что, сканер не надо, что ли? Какая разница, как я их найду и как их одолею? Эй, ракета! Ты говорил, что стреляешь вдвое круче меня. Когда это? Ну, было дело. Я вот смотрю, и как-то неубедительно. А ты не радуйся раньше времени. Да где ты, блин? Я тебе покажу. Я уж даже потерял, где ты есть. Так. А, вот ты. Все, нашел тебя. Знаешь что, Квилл, это нечестно. У тебя два ствола? У меня один. Так что пусть мои очки считаются за два. Это шульничество. А ты убери второй пистолет. Ладно, ставь-то потом здесь, Квилл. Давай. А, теперь она намного легче. Сюда же не злые твари со всей округи. Прости, но после того раза я рисковать не хочу. Проверим по-быстрому. Но нет. Давай. Ракет, я включил и сразу выключил. Просто проверить. Так, нажми использовать. И им это скажи. Зона поражения то, давай. Что надо. Так, ракета, эксперт по различным видам вооружения, которые предпочитают вести бой с расстояния. Так, минутку, подождите. Так. С расстояния. Он специализируется на атаках против нескольких целей одновременно. Его стандартная способность — бомба-крошилка. Наносит средний урон всем объектам в области поражений. Легко тебе говорить! С твоими-то ветками! Давай! Один готов! Мой выстрел! Нет, вот так, сам. Нормально! Ну вот и все! Только слизи тут не хватало! Тебя стреляй! Спасибо за совет! Не за что! Больше не отвлекай меня! Так, подожди-ка. А, в смысле, я должен сам. О, да! Я вас всех сейчас Давай! Механизм заработает! О, жучные кишки! Осторожно! Эти червяки взрываются! Понятно. А какой-то лимит есть у вас? Вот это настрой! Уважаю! На! Все, один глазастик готов! Это убийство в качестве аперитива! На! Вот еще! У давай! Подожди! Ну так! Я так и знал, что в прошлый раз пропустил все веселье. Опа. Эй, я с радостью этот раунд пропущу. А он еще и прыгает, смотрите. Я еще месяц буду эту мерзость из шерсти вычесывать. Какой-то кислотой бахает. На. О да, я вас всех сейчас порезаю. Только смотри, куда стреляешь. Червяка забили.
Ни хрена себе. Я знал, что ты втянешь. Грут, твой выход. На. Так, да сколько же их? Вот так нормально. Возможно, они пища для чудовища, которые мы ищем. Красиво, ракета. Еще как. Все. Это сразу очков 5? Ну, хорош. И таких нельзя надо так 2. Нельзя присуждать себе очки. Мне... Очки, так, способности. Вы получили очко способности, удерживаете, чтобы вызвать меню стражи и открыть вашу первую способность. Вашу первую. У меня прям таки способность. Какая у меня может быть? Разрядить барабаны, что это? Ну, а это что за обзорная точка? Звездный урод влетает в своих ракетных ботинках на тактически выгодную высоту, чтобы отдать приказания другим. Нет, перебьюсь. Но я не хочу. А у меня выбора нету, да? Понятно. Ладно. Я не хотел это выбирать. Так. Ты задействовал сканер? Да. Знаешь, удобная штука, если посмотреть. Так. Это что-то взять можно, нет? Чем-то похоже на космический. Это от Звездных войн. Так. Меня еще в жульничестве, да, это немного обвинили, конечно. Ладно. Ни хрена, так мне за тобой не угнаться, если ты так будешь себя вести. Так, вон он, буровой корабль. Я есть Грут. Вполне безопасно, если это слово применимо к разбившемуся кораблю. Да как к нему может быть это слово применимо? Я есть Грут. Не надо называть ее штукой, это наносмола. Я есть Грут. Давай. Грут, пойдем, надо перебраться. Ракета тебя в обиду не даст. Конечно. Вот-вот, я же всегда о тебе забочусь. Да, молодец. Она только на вид нестабильная, как и все здесь. Не переживай. Ой, что-то я вот наоборот переживаю. Не может быть все так хорошо. Ты где там? У нас дело есть. Что? Я есть Грут. Да, смола достаточно прочная. Я говорю, бояться нечего. Видишь, я могу доказать. Во, смотри. Не надо. Ракета? Вмять. Прыгайте! Сваливай. Хвостатый. Могу доказать, какой-то енот, блин. Грут! Грут! Какую махину обрушил. Грут! Красавчик. Дружище, ты цел? Я есть Грут. В порядке? Коряга ты трухлявая, замшелая. Ты же мог погибнуть вмять. Я есть Грут. Вмять. И я тебя, самоотверженный ты наш. Пойдем, Квилл, идем к буровому кораблю, чтобы он нас не ждал. Пойдем. Давай. Ну вот так-то мне он походил вот туда. Мы не пойдем за ним? Он в порядке, встретимся позже. Отряд ракеты, что у вас? Сигнал Грута пропал. Мять. Так. Наверное, рация сломалась. Как ваш деревянный друг? Грут пошел другим путем. Видимо, сломал рацию. Да, точно. Зачем он пошел? Все, конец связи. Наконец-то. Вот рация. И поговорили. Вроде бы ответ их устроил, так что можно не переживать из-за этой досадной случайности. Главное, Грут цел, так что порядок. Ну я же не мог знать, что эта развалюха возьмет да и грохнется. Да и ладно, ты прав. Грут цел, все. Конечно. В порядке. Не стоит зацикливаться. Да, да. Так. Он опять там кого-то уже... А я пока... Опа! Слышь, стали. Слышь! Что, чем меньше, тем громче!
Не знаю. Читаурив прессователь отходов. Да, злые у тебя шутки. Отпад. Да. Ладно. Подожди. Я вот слышу где-то еще. Я один чувствую, что эта помойка просто невыносимо воняет. Похоже на лежалые фрукты. Это один из запахов. А всего сколько? И зачем, спрашивается, я его чинил? Теперь ты играешь не честно. У тебя паранойя. Да. Знаешь, Ракета, а мы с тобой неплохой дуэт. Да Грута тебе далеко, звездный бой. Не воображай. Руки у меня не такие длинные. Зато да. Саундтрек убойный. Это земнючая дрянь, которую ты слушаешь. Аргумент против. Так. Как он меня догоняет по этим штукам? Даже понятия не имею, как он так ухитряется быстро-то. Что отраднее, чем 10 читаури, прибитых к кораблю? Не знаю, что. Один, прибитый к 10 кораблям. Ну ты как Карлсон. Да, шутка за 300. Еще. Блин. Представь, сколько времени они угробили, что... О, если этот двигатель вдруг включится, нам конец. Надеюсь, что нет. Ведь нам надо как-то перебраться. Черт. Не кстати тут эта турбина. Вон. Нам туда. Ползи туда. Они открываются, чтобы пропустить газ, так? Да. Как нам стать газом? Как угодно. Лишь бы открыть. Ну вот он. Тут технический лаз для дронов. Но у нас нет дрона. Ты можешь туда забраться? Давай, давай. Как всегда. Ракета почини, ракета приберись, ракета полезай в дырку. Нашел что? Да. Пульт ручного управления. Прием. У нас заминка. Точка была покрыта смолой, так что придется искать другое место. Только смотрите, чтобы оно было... ...начальной позиции. Дело в расчетах и углах. Нормально ты там начинил. А, так оно так разворачивается сразу. Воу. Отлично. Еще одна турбина. Ну да, обычно двигатели так и строят. Пиу-пиу. И... оп. Это впечатляет. Это что за поддавки? Пойдем, валим отсюда. Сомневаюсь, что ты его не видел. Эй, мне, Гамора! Мне кажется, а он подает. Зарубила королеву Читаури. Жулик! Угомонись! Я не жульничаю! Я не желаю быть в отряде зеленых. И я тоже. Пятером разве что налеты устраивать. Нет уж, хватит. Сначала нам надо завоевать признание. Да. Мы снова в деле. До корабля уже недалеко. Вдруг Грут нас опередил. Может быть, если не отвлекся. Надо купить ему поводок. О, черт! Это не я, честное слово! Не нравится мне это! Как бы штаны не порвать! У меня с натуги нарисовались новые мышцы! Так. О, черт! Куда ты меня? Вау, я думал, все нам хана. Говорил же. Вовремя. Как вы вообще... Обидеть, но в твоих интересах перебраться побыстрее. Тот еще что-то собрать успел там. Мы засекли движение. Да. Где? Ситуация явно накаляется. Ты только держи его ровно. Долго не продержу. Эта позиция уязвима. А да, куда мне? Говори, шевелись. Убийца. Я... Осторожно. Обломки. Держитесь. Давай, давай. Надо было нажимать, да, чаще. Ну, блин, ладно. Сейчас нажмем.
почаще да порезче. Давайте. Блин, крутится, вертится. Где он успел собрать кого-то там? Ты только держи его ровно! Долго не продержу! Эта позиция уязвима. Давай. Раз, говорим осторожно! Обломки! Держитесь! Ну я же нажал, он должен был падать этот. Подпрыгнуть и лететь, навстречу. Ой, ладно. Ладно. Мы засекли движение. О, быстро перезагрузилось. Держи его ровно! Долго не продержу! А зачем мне? Раз, осторожно! Обломки! Держитесь! Давай, Все. Ты скончался, Питер? Я упаду в корабль! Что это за обломки? Откуда они взялись? Давай, давай, давай! Куда? Стараюсь. Да я же прыгал. Что не так с тобой? Калич. Ты что, в определенных моментах только прыгаешь? Когда тебе это удобно. Ты скончался, Питер. Енот, я хочу как ты. Сейчас еще прибьет, прибьет осколком. Ни хрена себе. Вот это реально страшно. Ой-ой-ой. Вот, прыжок. Давай, 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 давай. Серьезно? Давай. Сюда! Да бегу я. Где? Ничего не. Он сломался? А, больше похоже на перегрузку. Видимо, это остаточная энергия. Я не вижу, куда идти, просто вперед. Сенсор сочленения. Надо только сдвинуть эту... Так, так. Это система жизнеобеспечения. Как там обстановка? Великая матерь прилип. Это что за зернышко? А, енот по лоску. Вот так. Итак, это что-то, какая-то энергия. Ага. Квилл, ты в норме? Да, да, просто... На осколок все власти какой-то похож. Какой-то еж выполз из нее. Охранная сигнализация, что ли? А это чего это? Это стрёмно. Ну, хорошо, что мы за стеклом. Но я сомневаюсь, что оно продержится долго так. Давай. Что это было? Наверное, это надо поймать. Это рой ботов-уборщиков? Типа... Ботов-уборщиков? Я не знаю. Вообще-то я думал, это живое что-то. Это робот, наверное, да? Но... Стой, 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 там груз. Вот, пересрался, енот. Пойдем. Ну камушек-то поди взять. Сейчас-то в нем нету никого. Извини за это. Мы думали, ты та тварюга, которую мы случайно выпустили. Мы увидели ботов-уборщиков. Случайно. Так, я куда-то попал. Да, мы в порядке. Тварь нас увидела и сбежала, да? Я не уверен, что эта штука безобидная.
Зря я ее выпустил. Так, что-то подобрали. Костюм найден, Страж Галактики. Вы можете изменить костюм в разделе костюмы. Ну давай. Атака ближнего боя. Существа, архивы, места, персонажи. Персонажи. Грут. Ну, что тут, я не знаю, следующий я, предыдущий. А, персонажи, подожди. Грут. Читать, так. Ну, выбрал я. Блин, да это уже как-то делал. Мне просто интересно, на что у него там за костюм. Так, это блокнот. Костюмы. Так, и что это за костюм? А в чем разница? Даже не знаю, в чем разница. Ладно, хрен с вами. Вот и все. Ну ладно, будет есть, так есть. Так, здесь мне больше ничего не светит. Ладно, вылазим. Так. Ха, ты о чем сейчас? Есть у Квилла хватит мозгов завести нас в западню. Но не бойся, никто же не знает, что мы здесь. Давай, взял. Подожди, надо взять. Это обязательно. Вау, тут прокачка. Блин, где только их прокачивать там? Ты чего тут страшного? Просто корабль. Доступное улучшение. Ну, темно, да. Ладно, не буду спорить. Ну, не знаю. Ну-ка, давай-ка. Давай. Залез. Поднимаем. Я где-то тут видел, вот оно. Вот так. Так, вот, место встречи вон там. Но нужно как-то обойти завал. Я поищу проход. Давай, где он? Ой, давай, ищи. Ни хрена, да? Эй, вы там припарковали Милану? За этой штукой дверной проем. Помогите сдвинуть. Ага. Для чего нужен буровой корабль? Для бурения, прикинь. Чтобы добывать ресурсы. Тут есть порода. Опа! Красота-то какая! Я есть. Просто стол? Это винтажный инженерный верстак модели Т. Таких уже не делают. Давай проверим, Квилл. Вдруг он еще работает. Может, починю твое барахло? Дай-ка сюда эту штуку. Так, верстак. Ракета может подчинить вам, получать предметы, использовав верстак. А, вот где это. Чтобы дохлый Читаури всплыл. Я есть груд. Убрать ногу с его головы. Я есть. Доступ к данным. Вот. Чего ты не понял? Заряженный магнит для добычи. Быстрая перезарядка. Так, доступное преимущество. Так, это имеющееся у вас в данный момент количество каждого из компонентов. Понятно. Выстрел заряжает, чтобы произвести выстрел, наносящий критический урон, оглушая врага. Доступное преимущество. Так. Все, понял. А что мне надо от вас? А, все, понял. Вот она. Да, а... Мне вот не надо это. Секунду. Готово. Мне надо вот это. Технический наворот. И вот одна это. Одна штука. Свежачок. Раз, два и готово.
А, тут еще до хрена чего есть. Ладно. Но пока ждем. Так, дважды нажмите и удерживайте, чтобы зарядить выстрел. Отпустите, чтобы выстрелить. Так, заряженный выстрел наносит критический и оглушающий урон. Ладно. Я есть Грут. Да, тут можно пройти, если убрать этот мусор. Какой верстак? Аж лапы чешутся. А, все, понятно. Все. Я думал, может, с него что-то подобрать можно. Я знаю. Ничего? Ладно. Быстрая перезарядка. Та непрерывная стрельба вызывает перегрев оружия. Когда шкала нагрета достигает максимум, вы увидите на ней зеленые области. Нажмите, когда метка находится в этой области, и ваше оружие мгновенно охладится. Ага. Ладно, попробуем. Не забыть бы. Давай, Квилл, пусти в ход свои пулялки, чтобы расчистить путь. На! Из-за чего же упрямая дрянь? Я тебе поставил быструю перезарядку. Используй ее. Ну-ка, давай. Зачем ей мой дефицит? О, да, попал. Вот так. Да, спасибо за апгрейд. Ладно, подожди, я внизу. Та тварь, которую мы выпустили... Какая тварь? Я ничего не видел. Я не хочу говорить о ней. Хочешь? Хочешь. Тут безопасно! Безопасно в твоем понимании? Так, проходи. Немножко шатается. Вы подождите. Ни хрена себе, подождите. Ой. Фу, сколько тут этих уродов! Эй, я тут не один! Разбирайся сам! Идем в отход! Ну, зашиби! Нормально. Вот что называется, рожа просит кирпича. Тихо. О, прекрасно. Давай, 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 давай. Давай. Так. Да что может случиться? Я один здесь. А, скую мать-то. Да, конечно. Настало время зуботычин! И от меня брех, Квилл! Грут, посмотри! На! Да иди, Грут! Я в ракету! Вы такое пропустили! Нереальный кайф! Прием! Что нереальный кайф-то? Вас было не слышно. Что-то на этом корабле создает помехи. Да, тут что-то не то творится. А Квилл опять упал в дыру. Да вот молодец. Блин. Я паркую Милана. Дракс пошел искать вас. Может, вы найдете Квилла раньше нас. Мы его ищем. Мы же договорились, что будем прикрывать друг друга. Она мне не друг. Ищу тебя, Питер Квилл. Опиши, что ты видишь. Старый металл, старое оборудование. Все старое. Учту. Все учту. Тут нечего учитывать. Да, 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 да. Так, надо перезарядиться, просто успеть вот здесь. Вот так. И собрать какую-то штуку. А ракета знает, что это такое? Забрал. А тут почему черную штучку не забрал тогда? Да? Да тут везде старое оборудование. Задача усложняется. Так, ладно. О! Да, вы там мне вот очень даже нужны. Подожди. Залезь. И зачем такое добывать? А что там? Какие-то кубические глыбы камня или металла? Так, это что такое? Рудная машина, ага.
На. Что-то понять не могу. Так. А, я могу перелезть, блин, я думал. Ой. Еще одна жуткая тварь. Жуткая? Убей! Читаешь мои мысли. Стреляю, а ей хоть бы хны. Не дохнет, зараза. Усерднее. Усерднее уже некуда. Так, шакал оглушения. У некоторых противников есть шкала оглушения, таких врагов более устойчивы к урону. Это я уже понял. Мне не помешает помощь! Только недавно закончил. Императора такого гасить. Эта дрянь будто жрет бластерный заряд. Ты так хотел прятаться, я тебя защищу. Да, не буду я прятаться. Так. Сотри хорошо. На. Так. Дракс. Закаленный боец, который способен справиться с группами врагов. Он специализируется на выведении из строя противников, уязвимых к обычным атакам. Его стандартная особенность — разрушение. Наносит легкий урон и вызывает сильное глушение. Ну, что удивительно, значит, он будет у нас глушилкой. На. Как тебе такое? Блин, надо... Надо как-то тренироваться это делать. Еще какая? Мне оставьте. Где он ты? На всех хватит. Его защитные способности поразительны. Да, блин, он меня так завалит. Подожди. Готовьтесь. Бам. Раз, покажи. Милана посадила. Скоро буду. Давай. Вали его! Так. Покажи им, что ты можешь! На! Подрезала ему лапки. Смертельный удар. Тебя покромсает! Потрясающе, так. Самая опасная женщина в галактике — Гамора. Специалист по стремительному устранению, целей. В бою она полагается на быстрые и мощные атаки. Ее стандартная способность — смертельный удар. Это атака, которая наносит большой урон одиночному врагу. Вы там нашли Квилла? Нашли и спасли. Эй! Тогда идите, а мы следом. Мы сделаем пит-стоп. Я посадила Милана возле Топотуна. Так. Мы пойдем, а вы догоняйте. Как корабль. Сам увидишь, если сумеем забраться. Надо как-то это приучиться это делать. Так. Я смогу туда залезть, а вам двоим понадобится опора. Удивительно, что ловкая убийца нас еще не бросила. Дракс. За ловкую спасибо. Это был не комплимент. Так, Гамора — объект, который Гамора должна засечь, затем удерживать. У кого-нибудь есть идеи? Не пользуешься визором, отдай мне. Ее влечет запретное знание. Да я уже знаю, вот, вот эту штуку. Если снять его оттуда, можно с его помощью забраться наверх. Так, нажмите 2 или используйте мышь, ну, чтобы Гамора перерубила кабель. Подожди. Ну, руби. Давай, Гамора. А, надо через визор было делать. Смотрите и учитесь. У нас множество проблем. Так, удерживайте, чтобы открыть режим стражи. Так. Ну что, дело сдвинулось. Дракс, что думаешь?
Я размышляю, следует ли применить куршагарский рывок и не станет ли он смертельным для монстра. А насчет текущей проблемы? Необходимо отыскать путь наверх. Давай. Дракс, поднимешь этот контейнер? Узрите мощь кататианского воина! На! Ну, я бы обосрался. Помни этот момент, когда захочешь перечить мне, убийца. Я вспомню, какой ты медлительный. На. Может, тут что-то есть? Так. Блин. Он и так-то бегает. Я только понять не могу, что это за тактическая хрень, которая мне там... Так. Да не это. Так, заряжено. Это мои инструменты, нет. Вот обзорная точка. Звездный урод взлетает по своих реактивных ботинков на тактическую выгодную высоту, чтобы отдать приказания другим стражам. Вот, мне это не надо вообще. Мне надо бойцов прокачать сейчас. Ну все. Все, ракета, мы выбрались. А? А, да, молодцы. Я есть круг. Ну ничего, это не воровство. Мы... Подожди. О, мять. Ракета. Не сейчас. Давай, давай. Еще выше. Вот так. Меня не обманешь. Пойдем в эту сторону. Вот, подожди. Так. Вау! Блин. Ладно. Ну, блин, а я же знаю, что можно как-то сделать так. Или подождите. Сюда. Да, стойте. Нифига. Ладно, пока не разбился, сваливаю отсюда. Так. Что-то было. Так. И опустили. Хрен там. Давай. Вот так. Еще разок. Все, вроде бы. Ракета. Возможно, он нашел монстра. Мы не знаем, как он выглядит. Наводка очень туманная. Не туманная, а скомканная. Наверняка это такое милое... Кошмарное чудовище. Леди Хеллбендер славный мой. Монстр должен отражать ее силу. Я и говорю, что-то жуткое. Не согласен. Так. Сила очаровывает. Само имя Хеллбендер говорит, что Гамора права. Это что-то жуткое. Кошмарное. Хищник высшего порядка. Отчаянная пасть. Зубов больше, чем у всех нас. Крылья, как у летучей мыши. Так, что-то где-то я разбил. Или кислотой. Или кислотным ядом. Вау. Надеюсь, так и будет. Ну, вот таких да побольше, пожалуйста. Так. Мне же только себя прокачивать или еще и их надо прокачивать? Меня преследует отчетливое ощущение. Мы зовем его взглядом тени. И правда, у меня было чувство, что за мной следят. Может, это наша добыча? Так это что такое? Покажется. Поврежденный кислородный насос. Вот когда он покажется, вы же сами потом охренеете. Зачем? Вот как эта штука вообще держится? Это отдельно, что на мостах почему держится? Почему монстр подался именно на этот корабль? За пропитанием. Может, тут еще ощущается вибрация двигателей?
Или он добывает пропитание из утечек. Радиация объяснила бы проблемы со связью. Может, он рыщет здесь в поисках пропитания. Ты голодный? Да. Блин. Давай, 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 давай. А зачем сюда залез? Здесь по-любому что-то должно. Учив монстра, леди Хеллбендер может стать ценным союзником. В смысле? Говорят, достаточно упомянуть ее имя, чтобы уладить то. Хочешь превратить Стражей Галактики в шайку рэкетиров? Нет. Хочу, чтобы нам предлагали достойную работу, опасаясь ее гнева. Блин, это... одно и то же. А. Это я упускаю, что ли? Мне кажется, я что-то упускаю. Зачем сюда надо забраться? Ребята, вы не заметили ничего странного тут? Кроме того, что рация вырубилась просто так? Не просто так. Ты врезалась в ту груду лома. Ты что? Я вообще-то уворачиваюсь. Блин, все, я вижу, там что-то есть. Только как это взять? А связь пропала раньше. Давай, 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 взял. Вот так. Воу. Мне вспоминается случай, когда у меня сбежала хомячиха, и я гонялся за ней по всему куда, подвалу. Куда? А, это был грозный зверь? Да, кусалась, будь здоров. У вас были питомцы? У меня был глаз в банке. Он не моргал, ведь век не было. Но, думаю, ему хотелось. Спросим лучше у Дракса. Я бы обсудил глаз. Их была пара. Ну ладно. Второй у моей сестры. А, поехали. Ну, хватит. О, Берегите! У нас гости. Что за гости? Это от последнего топотуна? Вау-вау-вау-вау! Стой! Если не кормится монстр, он тоже где-то рядом. Главное, чтобы они не покормились с нами. Давай. Перегруппировка! Точно! Иначе никак! Питер! Давай! Мы перебудили весь корабль! И поражение есть, благородство! Держись там! Мне этого надо поднять. Понятно. Ну кто ждал, блин? Первый раз такой хрень оказываюсь. Ладно. Пробуем еще разок. Крутится, вертится, знак. Фиолетовый. Ракета! Твил, мы вовремя! У нас гости! Итак. Это от последнего топотуна? Мы его даже не поставили! Тут полно чудовищ! Если не кормится монстр, он тоже где-то рядом. Главное, чтобы они не покормились с нами. Давай. Перегруппировка! Да. Точно! Иначе никак! Да подожди. Мы перебудили весь корабль! И в поражении есть, благородство! Держись! Нифига нету! Так, выполняя различные действия в бою, вы заполняете шкалу летучки. Когда шкала заполняется, вы сможете вызвать летучку, тем самым сбросив шкалу до нуля. Народ, летучка! Так. Они словно повсюду смеются над нами. И все же мы не отступим. Никто не хочет сдаваться, но должен сказать, страшно вмять его, Квилл. Так, я смеюсь, лицо пас. Давай. Кругом одни враги, расправы нам грозят. Сплотимся и отпор дадим, нас просто так не взять. Мы ух ты, кричалки. Да, смеяться будем мы. Кто со мной? Я с тобой, Питер. Повеселимся. Любовь? Так. У летучек может быть три возможных исхода. Вы выбрали верное решение и смогли вдохновить команду. Так, вы и остальные стражи получаете прирост урона.
Если же решение оказалось неверным, то его получите только вы. При любом исходе все стражи снова встанут на ноги. Ракета, низкий старт! Я вас всех уничтожу! Ну, не совсем же все! Давай! Моя погибель близка! Налетай! Получай! Давай! Сдаешь, Питер! Банк, это что, меня что ли так? Команда. Ракета что, похвалил нас? Ракета Бандит! На! Славно! Подать сюда неплохо. Монстра! Шар битвы распалил мои чресла! Лучше промолчал! Идем, последняя точка там! Подождите! Это точно? Я способен чутко улавливать, да? Визор, если это так! Правда? Нет, я ориентируюсь по дисплею! Я уже видел это, подъемник! Милано должен быть сразу за этой дверью. Раньше она была открыта. Почему сразу я виноват? Она либо захлопнула за собой дверь. Что-что? Так, ладно. А я так просто не могу, да, их вызвать? Мои клинки жаждут встречи с монстром. Только в бою. Напоминаю, брать живьем. И чтоб без случайностей, а не как на Йормате. То была не случайность. Я просто счел, что наемник не заслуживает жизни. Ладно. Ладно. Мы с Грутом баловались с подсистемами. Кажется, я что-то нажал. Нет! Давай. Не точно! И вообще... Вроде она еще работает. Давай, ракета. Смотри, учись! Ты просто волшебник. Я не сомневался. Технологии в ракете. Технологии подхвостов, сверлящих дырки в гигантских камнях. Надо сказать... И парковалась-то идеально. Танос не терпел несовершенства. А вот Квилл не парится. Так. Я не Грут. Нужно подобрать хорошую позицию. Увижу, скажу. Ну, давай. Ну, это наш корабль. Тут кого анализировать-то? Милано. Ну, игра туда... Хорошенькая такая. Да, да. Наконец, пришли. Последний, да? Хочу отсюда свалить. Тут все разваливается прямо на глазах. А я хочу увидеть монстра. Я думал, скорее, покупательницу. Она уважаемый коллекционер. Работает? Да, да, все путем, солнышко. Солнышко. Ай! Что ты? Ну и... работает? Что? По-моему, сломался! Не сломался! Такой звук и должен быть! Какой звук? А ты не слышишь? Что именно? Вау! А! Ой, это что такое? Ни хрена себе, а как мы это будем ловить? А вот и чудовище! Я вижу! Так. Мять, а дверь-то? Ну, сойдет. Тогда за монстром! Какой шустрый монстр! Не подпускай близко! Вдруг он ядовитый! За ядовитого леди Хеллбендер! Одним укрытием меньше. Соображаешь, Квилл? Так. Давай, убей! Кро, какой великолепный зверь! Да, мне он тоже нравится. Гамора, рер! Последние слова. А это точно наш зверюга? Выражаю сомнение. Ему негде спрятаться. Он бегает быстро. Надо его как-то затормозить. Затормози. Вот я уже понял, как это будет его поймать. Ой, это что, это еще и барашка какой-то. Космическая лама. Это что такое? Определенно не монстр. Прелестная. У асгардской козы меньше колтунов. Ни хрена себе. Мы не можем предложить королеве чудовище, это жалкое существо. Нас засмеют. Используем как приманку?
Не верила я в топотуны. Что? Ты на топотуны не гони. Это наш тупорыл ломится в бой, не глядя, кто перед ним. У меня лицо, а не рыло. Да что? Да, ну мне кажется, не это существо, то имели в виду. А вот это. Только где это? Что-то большое. Вы тоже это видите? Это рыба какая-то. Да, вот это монстр. Акальти. Ну-ка давайте послушаем, что-то за оно. Посмотрим. Можно про него посмотреть? Разминка закончилась. Ловим настоящего монстра. За работу! Ну? Во имя Халы, что это? Точно не боты и уборщики. Сейчас они сожрут его или захватят? Вопрос просто. Сейчас все нарухнет. Надо выбираться. Бегом! Проклятые руины. А я только думал об этом. Берегите свои задницы. Ракета, начнем дискотеку. Сейчас. Не отвлекайся, Питер. Поставьте ему песню. Другое дело, корабль! Вижу, вижу! Дракс, ты что? Берегу ягодицы, как сказал Питер Квилл. Давай, давай, давай! Блин, я что-то не очень-то думаю, что я управляю. Кто-нибудь, протяните руку помощи! Могу предложить подзатыльник. Так? Осторожно! У нас летят обломки! Ай-яй-яй! Как-то я не совсем в этом управлении. Даже не вздумай! Это самый короткий путь. Питер! Боишься умереть с нечистой совестью, убийца? Вот это все о своем. Мой корабль! Ой, корабль! Ну все, давай я. Куда? Где? Ты нас где? Угробишь! Я не веду пока вообще нисколько. Может, мы уже в аду? Что за вздор? С Ордут мы бы узнали по мерзлоте. Вожат ледяной? Еще... Хотя они не любят холод. Одеваться не пробовали? Видите? Ай-яй-яй. Рот говорит, берегись! Спасибо, что предупредил. Это после войны осталось или что? Кто ведет корабль? Вот и у меня вопрос. Кто ведет корабль? Кто? Я потому что им что-то не управляю. Вроде как должен управлять, но он неуправляемый. Ни вверх, ни низ, само что-то как-то плывет, сам как-то летит, не знаю, как правильно сказать. Это, блин. Видите? Врачи! Рот говорит, берегись! Спасибо, что предупредил. Так. Левее, правее надо как-то или как? Может, я сяду за руль? Нет, я справлюсь! Да уж! Только не угробь нас! Мне еще столько всего нужно украсть! Вау, это что такое вообще? Как оно тут оказалось? Мы не успеем! Синяя кнопка! Что за кнопка? Включает новые секретные ускорители! Хорош отпрыгнуть вещи, пока я сплю! Топи, Питер! Кого ты хочешь утопить, убийца? Давай! Куда, куда? Мне нравится синяя кнопка. Летят со всех сторон. Нам что хана. Я не вижу? Уже гонок, это космические эти вот полеты. Все, видит. Тут я согласна. На всяких там. Вот что-то сомневаюсь, что так все легко и просто. Да, вот это я и называю победой. Какая победа? Монстра сожрали. Но мы успели сбежать. Ты все запорол, потому и пришлось убегать. Так. А что случилось-то? Только не корпус снова. Это корпус снова. Вот так вот. Ну,
Стражи Галактики. И это только предисловие было. И как мы там оказались? Как он нас подобрал? Давай, посмотрим. Халас. О, почему по-английски написано? Это космический, а вся эта хрень. А вы написано по-английски. Надежда Халы. Глава 2. Говоришь, западнее. Надежда Халы? У меня там одно дело. Я сейчас. Хорошо. Надо избавиться от этого зверя. Срочно. Я серьезно, Питер. Иначе нам всем светит тюрьма. Да какая тюрьма? Это безвредная космолама. Безвредная? Помнишь Инокубе? Нет, не помню. Эту планету сожгли. Один придурок провез туда Экселона. Это я вышвырну. Что такое Экселон? Стоп. Швырять не надо, так мы точно спалимся. Вдруг он разносчик болезни Зефрона? Вот поэтому Дракс спрячет его в тайном грузовом отсеке за растениями Грута. Питер, Джейсон, Квилл. Ты Джейсона припомнила? Эй, да. Привет, припомнила. Карай. Как дела? Сколько прошло? 2-3 года. Выглядишь клёво. Загорела. Это позор, Питер. Даже для тебя. Карел, всё не так. Ты не думай. Что ты полез мародёрствовать в запретный сектор космоса? В компании воров и убийц, как я вижу. Слышь, убивать за деньги — это другое. Да брось, Карел. Ты меня знаешь. Мы столько пережили. Не отрицаю, после войны я всяким занимался. Реально всяким, но... Мародер? Ты попался на выходе из карантинной зоны. Формально да, но мы не мародеры. Ну-ну. Питер Квилл, они лежали в отсеке, в том, где ты сказал. Мне пришлось вытащить, а то не хватало места другому. Питер Квилл, с планеты C-53, согласно закону ZXP-47, я арестовываю тебя и твою команду. Слушай, я перезвоню. Что? Пожалуйста, скажи, что этот ящик не набит контрабандой. Но, конечно, он набит контрабандой. Причем исключительно ценной. Пипец. А что? Это корабль опустошителей. Тут даже переборки крадены. Мы не можем все спрятать. Я выкину ящик в космос. Только попробуй, морду расплавлю. Оружейные системы Милана устарели на 4 поколения. Эта техника нам нужнее, чем дурацкая зверюга. Может, это зверюга? Биоугроза 3-го класса. На килн захотелось? Так. Я есть Грут. Я даже не знаю, что ответить вам на этот вопрос. Зря я, наверное, обрубил связь. Так что делать с ящиком? Оставь, я разберусь. Мы с Карел близко знакомы. Ты с копом спал? Но она не надо тогда не была копом. Я к тому, что варианты есть. Прорвемся. Ну что ж, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Первую часть, по крайней мере, мы прошли сколько частей, я не знаю. Контролирую.